Апрель – это время для наведения порядка и чистоты после зимы. На металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» сложилась добрая традиция с наступлением тепла проводить уборку территории по четвергам. В этом году металлурги вышли на первый субботник 15 апреля. Очень много было предложений почистить пешеходные дорожки и так далее. То есть вот сейчас весь комбинат, вот сегодня, в это время как раз этим и занимается. И чтобы людям было приятно пройти, чисто пройти, чтобы не портили ни обувь, ни еще какие-то там проблемы у них возникали по пути на работу. Поэтому эта инициатива поддержана, и я очень рад. В уборке территории на площади перед металлургическим комбинатом приняли участие администрация компании и работники завода управления, дорожно-паркового участка и цеха «Экострой». Отложив на время трудовые обязанности и дружно разобрав инвентарь, собравшиеся провели работу по благоустройству. Убрали опавшую листву, подмели дорогу и пешеходные тропинки, а также побелили бордюры. Ну, здесь задействовано немного техники. Здесь погрузчик и самосвал, щетка, 3 единицы техники, потому что в основном здесь происходит вот эта территория здесь. Ручной труд, а потом эта техника грузится в погрузчик, погрузчик в самосвал и вывозится. Не только у завода управления, но и на территории комбината проводятся субботники. Я проезжала по комбинату сегодня, наблюдала за всем этим. Аглофабрика, Каксахим, ЛПЦ 1, 2, 3, СЭК водоснабжения, отдел охраны природы, СГЦ вышли на субботник, все массово работают на комбинате, тоже на территории комбината. Довольно тоже работа идет организованно, все как-то серьезно отнеслись к сегодняшнему дню. Поддержали металлургов и работники этнокультурного объединения АО «АрселорМиттал Темиртау». 17 апреля на уборку территории вокруг здания бывшего Гипромес вышли участники народных центров, спортивных кружков и волонтеры. Вот одни сейчас подметают, другие убирают, третьи там режут лишние ветки. Спасибо администрации «АрселорМиттал», помогли, пригнали сюда гон, 2 КамАЗа, полностью инструментом обеспечены. Здесь была проведена не только уборка территории от накопившегося за зиму мусора, но и весенняя побелка деревьев. Каждый присутствующий внес свою лепту в наведение порядка. Ведь только объединившись, можно сделать свой город чистым. Кристина Кириченко, Евгений Ходорев. Новости Темиртау.